Эй, всем привет, ребятки, я на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и сегодня мы поиграем с вами в Акинатор, мобильная версия этой игры. Ну что ж, давайте бросим вызов. Так, заставить Акинатора. Так, у нас топ-5 медведей, начнем. Ну, давайте тогда начнем с медведей. Я не знаю, кого загадаем, ребят, давайте загадаем Винни-Пуха. Так, ваш персонаж человек? Нет. Ваш персонаж животное, да. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Да, Винни-Пух ходил у нас, да. Ваш персонаж медведь? Да. Ваш персонаж носит шляпу? Ой, я не знаю, не помню. Нет, вроде бы. Ваш персонаж путешествует с маленькой девочкой? Ух ты ж, с маленькой девочкой? Нет. У вашего персонажа есть друг поросенок? Да. А ваш персонаж желтого цвета? Ух, по-моему, да. А ваш персонаж, кто это? Винни-Пух. Я думаю, это Винни-Пух, анимация Дисней. Да, ты прав, Акинатор. Как он это делает, ребятки, а? Пишите, кстати, в комментариях, ребят, кого загадать вообще, чтобы я снял в следующем видео. Пишите ваши предложения, кого загадать. Давайте сейчас загадаем, я не знаю, этого, Мишку Фредди. Ваш персонаж есть уши медведя? Да. Так, ваш персонаж дружит со слоном? Нет. Ваш персонаж из пиццерии? Да. Ваш персонаж сейчас находится в России? По-моему, нет. Ваш персонаж игрушечная версия FNAF? Да. И кто это? Это Той Фредди, он угадал, ты посмотри, он же молодец. Вы получили аки-приз за данного персонажа. Вы уже получили аки-приз. А, получил аки-приз, ясно. Так, что тут у нас? А топ-5 медведей. Что за топ-5 медведей? Ну я же угадал сейчас каких-то медведей. Так, стоимость подсказки 500. Выходи и получи эту подсказку сейчас. Ну давай, да. У вас персонаж робот? Что это значит, ваш персонаж робот? Окей, ладно, я не понял. Так, у вашего персонажа есть уши медведя? Да. Давайте FNAF еще раз загадаем. Просто Фредди, допустим. Персонаж носит шляпу? Нет. Ваш персонаж желтый? Нет. А ваш персонаж путешествует с маленькой девочкой? Нет. У вашего персонажа есть друг поросенок? Нет. Ваш персонаж коричневого цвета? Да. Ваш персонаж из пиццерии? Да. Ваш персонаж игрушка весь FNAF? Нет. Ваш персонаж из цилиндров? Нет. Вы связывали ваш персонаж с робототехникой? Да. Ваш персонаж дружит с зайцем? Да. Ваш персонаж был убит в пиццерии? Я не знаю. Ваша персонажа есть бабочка? Да. Связывали ваш персонаж с США? Возможно, частично. Ваш персонаж весит больше 50 тонн? Ого, я не знаю, сколько он весит. Что это? Опять Той Фредди. Ты посмотри, почему именно Той Фредди? Непонятно. Ну да, ладно, хорошо. Вы вроде, в общем, угадали. Так, топ-5 медведей. А кого еще? Какие еще медведи надо угадывать? Непонятно, ребят. Ну-ка, давай, допустим, еще подсказку получим. Да. Ваш персонаж красного цвета. Ага. Ваш персонаж робот, ваш персонаж красного цвета. Ха, интересно. Так, топ-5 персонажей по имени Ольга. Ольга Бузова. Ольга Рапунцель. Что это такое вообще? Так, ладно, играть снова. Давайте попробуем еще. Так, ваш персонаж хороший. Кого загадаем, ребят? Каких еще медведей мы знаем, а? Кто у нас еще есть? Винни-Пух? Так, медведи. Ну, я думаю, что медведь Винни-Пух, только он не желтого цвета. Ваш персонаж хороший? Да. Ваш персонаж животное? Да. У вашего персонажа есть одежда? Я не знаю, не помню. Ваш персонаж, да. Ваш персонаж из смешариков. О, кстати, из смешариков есть же медведь. Ну да, давайте его черного цвета. Я не знаю. Ваш персонаж собака? Нет. Ваш персонаж черно-белый? Я не знаю, какого у вашего персонажа есть шея? Нет. А ваш персонаж имеет отношение к нему? Да, имеет, конечно. Ваш персонаж панда? Нет. По-моему, ваш персонаж имеет отношение к смешарикам? Да-да, я же сказала тебе, ваш персонаж женского пола. По-моему, нет. Ваш персонаж есть клюв? Нет. Кто это? Копатыч, да, я думаю, это Копатыч. Правильно, молодец. Отгадал.
Так, тут есть, нет? Тут нет этого медведя, ребят. Смотри, ваш персонаж красного цвета и ваш персонаж робот. А кто это? Тут 5 медведей, смотри. Красного цвета. И как это работает, я не понимаю. Ну ладно, давайте еще загадаем. Давайте Винни-Пуха загадаем, только уже из советского мультика. Ваш персонаж медведь? Да. Ваш персонаж робот. Ух ты, смотри. А кто это такой? Кто это ваш персонаж робот? Странно. Да. Ваш персонаж относится к миру кино? Непонятно. А кто там был? Ну да, допустим. Ваш персонаж доктор? Я не знаю. Ваш персонаж слепой? Я не знаю. Ваш персонаж герой Арцаха? Я не знаю. Ваш персонаж... Нет. Ваш персонаж имеет лицо? Ну да. Ваш персонаж носит серьги? Нет. Ваш персонаж русский? Я не знаю. Про кого ты говоришь? Ваш персонаж передвигается на 4 лапах? Нет. Ваш персонаж есть голова? Да. Ваш персонаж умеет ходить? Да. Ваш персонаж имеет мозги? Да, наверное. У него есть мозги? Да, вроде бы да. Алина Вай. Я не знаю, кто это. У вашего персонажа есть нос? Да. Ваш персонаж умеет спать? Возможно. Ваш персонаж есть зубы? Да. Ваш персонаж есть губы? Да. Ваш персонаж любит воду? Да пусть, давайте да. Давайте все, да, просто да, нажимаем. Давай, и кто это будет у нас? Грэм Бамбри! Кто это? Ой, ладно, просто разыграли Акинатора. Ладно, давайте загадаем на этот раз медведя, только будет это Винни-Пух из советского мультика. Ваш персонаж медведь? Да. Ваш персонаж герой мультфильма «Лунтик» и его друзья? Нет. Есть ли у вашего персонажа механические части тела? Нет, конечно. Нет, не смешариков. Ваш персонаж получается с маленькой девочкой? Нет. У вашего персонажа есть друг поросенок? Да. Ваш персонаж желтого цвета? Нет. Ваш персонаж дружит со слоном? Да. Да, это Винни-Пух из советского мультфильма. Все верно. Да, спасибо. Ух ты ж. Есть, мы отгадали одного тупо. Вот 5 медведей Винни-Пух отгадали. А кто же у нас на первом будет месте, ребят? Ух, в следующий раз вы получите плюс 200 золотых. Так, я даже не знаю, ребятки, кто это будет. Кто еще у нас есть такой знаменитый медведь, допустим. Ладно, давайте попробуем. Ух ты, выполнили дали челлендж. Так, данный Аки приз позволяет вам принять участие в рейтинге игроков в Акинат. Хотите вы принять участие? Да нет, спасибо. Нам и так хорошо. Так, играть снова. Ваш персонаж коричневого цвета. Да, давайте теперь загадаем, знаете, кого? Так, кого? Мишку, который ходил у нас в игре. Как она? Amazing Sleep, по-моему, называлась игра. Я ее проходил, ребят, на канале, где Мишка там у нас был. По-моему, как же Тедди его звали? Да, Мишка Тедди, который ходил с девочкой. Он коричневого цвета, да. Носит ли он головной убор? Я не знаю, я не помню. Круглый? Нет. Да, медведь. Ваш персонаж из пиццерии? Нет. А так, впадает ли ваш персонаж в спячку? Ух ты, что я не знаю даже. Ваш персонаж с маленькой девочкой? Да. Ваш персонаж маленького роста? Да. Ваш персонаж дружит с человеком? Да. Связан ли ваш персонаж с медом? Да, конечно. Ваш персонаж желтый? Нет, он, по-моему, коричневый. Ваш персонаж живет с вами? Нет. Так, и кто это? Ага, это он... Мишку мы из Маши из Медведей, смотри, да, точно, он, наверное, не знает, ребятки, этого Мишку Тедди. Ладно, Мишка из Маши и Медведей, мы еще отгадали одного Мишку, отлично. Получаем еще один приз. Так, ну все-таки, я думаю, Мишку Тедди как-то надо. Так, ваш, да, коричневого, ваш из смешариков? Нет. Давайте попробуем Мишку Тедди загадать. Ваш персонаж высокий? Нет. У вашего персонажа есть друг поросенок? Нет, нету. Ваш персонаж медведь? Да. Ваш персонаж из пиццерии? Нет.
Ваш персонаж дружит с человеком? Да. Ваш персонаж носит шляпу? Вот я не помню, он носил шляпу или не носил, ребят. Я не знаю. Ваш персонаж путешествует с маленькой девочкой? Да. Ваш персонаж снимается в американских фильмах? Возможно, частично. Ваш персонаж ассоциируется с белым цветом? Я не знаю. Нет, я не знаю. Ваш персонаж как-то связан с модой? Да вроде бы нет. Связан ли ваш персонаж с медом? Да. Попадает ли ваш персонаж в спячку? Возможно. Ваш персонаж показывает фокусы? Нет. Ваш персонаж дышит? Странно. Я не знаю. Ваш персонаж занимается торговлей? Нет. Ваш персонаж участвует в кулинарных поединках? Нет, что ты несешь? Ваш персонаж деревянный? Нет. Связан ли ваш персонаж с покемонами? Нет. Ваш персонаж похож на животное? Да, конечно же. Ваш персонаж живет с вами? Возможно, да, потому что... Плюшевый, да. Ваш персонаж умеет писать? Ох, умеет писать. Скорее нет. Ваш персонаж португалец? Нет. Работает ли ваш персонаж? Да нет. Ваш персонаж семейство кошачьих? Нет. Ваш персонаж игрушка? Да. Ага. Кто это? Плюшевый медведь, твоя игрушка. Почти угадали. Да. Отлично, получаем Акиприз, но мы не отгадали топ-5 медведей. Кто же там еще может быть, ребят, на первом месте? Смотри, ваш персонаж робот. Ваш персонаж красного цвета. А какой у нас медведь был красного цвета, ребята? Кто помнит? Я вообще не понимаю. Так. Топ-5 персонажей. Подсказка скрывается под этой иконкой. Так, давайте вот тут, допустим. Ого, стоимость подсказки 2000. Ого, вы хотите получить подсказку сейчас? Нет, спасибо. Ого, мне не хватает денег даже, ребят. Так, получается, ваш персонаж робот. Значит, мы должны по этой схеме идти. А кто у нас робот был? Медведь-робот, кто это был? Я даже не знаю. Ладно, давайте загадаем, ребят, кого загадаем. Обязательно напишите в комментариях, кого бы вы хотели, чтобы я в следующий раз загадал. Давайте загадаем сейчас. Так, кого мы можем загадать? Я даже не знаю. Давайте загадаем Шрека. Ну-ка, попробуем. Отгадает ли Акинатор? Вашего персонажа уши медведя? Нет. Этот персонаж похож на животное? Возможно, частично. Ваш персонаж связан с Луной? Нет. Ваш персонаж маленький? Нет. Он добрый? Да. Так, персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж человек? Нет. Ваш персонаж зеленый? Да. Ваш персонаж ниндзя? Нет. Ваш персонаж спас принцессу? Да. Кто это? Шрек! Герой мультфильма. Как он это делает, ребята? Как он так все отгадывает? Я вообще не понимаю. Так, хорошо. Да, это Шрек. Так, кого мы еще загадаем? Я вот, к сожалению, не знаю с этими... медведями. Так, тут 5 медведей. И кто у нас на первом месте? Мы, отгадали медведя, наверное... вот этот последний, вот этот третий, да? Нам нужен вот этот. Ваш персонаж робот. Кто же такой медведь-робот? Я даже не знаю, ребят. Мишка Фредди? Может, золотой Фредди? Нет? А золотой Фредди? Давайте золотого Фредди попробуем. Уши медведя? Да, есть. Дружит с человеком? Нет. Ваш персонаж смешариков? Нет. Ваш персонаж спецерии? Да. Ваш персонаж игрушек для сна? Да. Дружит с зайцем? Да. Нет, он сейчас просто той Фредди. Да, он только той Фредди знает, и все. Плохо. А как мне самого Фредди? Так, ладно, давайте еще раз попробуем. А кто у нас? Кто у нас еще знаменитые медведи, ребятки, есть, а? Винни-Пух. Кто еще из медведей такой знаменитый-то? Я даже не знаю, что-то мне на ум никто не приходит. Ладно, давайте загадаем тогда, пока это пропустим. Загадаем, давайте так. Кого бы еще загадать такого бы сложного, чтобы Акинатор... Давайте Робокопа попробуем загадать. Вот.
у вас персонаж животное? Нет, робокоп. Так, если у вашего персонажа волосы? Нет, нету. Он добрый? Да. Ваш персонаж желтого цвета? Нет. Ваш персонаж передвигается на двух ногах? Да. Ваш персонаж носит одежду? Нет. Ваш персонаж прилетел с другой планеты? Нет. Ваш персонаж робот? Да. Ваш персонаж герой мультфильма? Нет. Ваш персонаж умеет стрелять? Да. Ваш персонаж полицейский? Да. Алекс Мерфи фильм «Робокоп». Я думаю, это... Да как он делает? Как он так все угадывает вообще? Ух ты ж, ладно. Ну, Акинатор, а? Так, кого бы его... Кому бы... А если Акинатору загадать самого Акинатора? Ваш персонаж животный? Нет. Если у вашего персонажа волосы? Так, ну у него тут волосы вроде бы как... Ну, возможно, частично. Он добрый? Ну, да. Ваш персонаж желтого цвета? Нет. Ваш персонаж человек? Возможно, частично. Ваш персонаж джин? Да. Ваш персонаж имеет отношение к каналу Дисней? Да, вроде бы нет. Ваш персонаж главный герой фильма? Нет. Ваш персонаж усатый? Да. Поджигали вашему персонажу дверь? Нет. Кто это? Акинатор! Сам себя! Интернет-джин! Сам себя он отгадал, а, ребят? Ух, ну что ж, давайте на этом заканчивать, наверное. Ребятки, пишите в комментариях обязательно, кого еще позагадывать. И я в следующий раз обязательно позагадываю. И попробуем, проверим Акинатора, справится ли он с нашими заданиями. Ну а с вами был Максим, ребятки. Это, напоминаю, был Акинатор, который вы можете скачать себе на телефон. Все, ребятки, всем удачи, всем пока. Не забудьте поставить лайк, колокольчик и подписаться на канал, естественно.